Всем салам, на канале Майвел, это у нас прохождение по сталкеру Ермака, это у нас уже, знаете, какая часть? Это у нас уже седьмая часть по прохождению этого сталкера. Тут у нас какая-то стрельбище идет, странное вообще стрельбище. Я, короче, стал монолитовцем. Нравится? В прошлом серии мы воевали в лабораториях, нас кто-то телепортировал туда с странным образом. Не знаю, зачем меня туда телепортировали. Вообще странно. Блять, вот я уже не успел ничего сделать, меня уже убили. Вот это я понимаю, блять. А я сохранился где, не знаете? Вот если сейчас опять будет разговор с этими монолитовцами, я не знаю, что будет. Приветствую тебя, брат мой. Где это я? Где это мы? С кем это я? Кто я? Кто я? Кто ты? Я воин зоны. На, держи оружие. На, держи оружие. Если что, я скипаю эти выпи, потому что я уже слышал это все. Так, отчет с локации, давайте посмотрим, где мы находимся, карта, история. Ничего не понимаю. Ермак у нас, короче, прокачанный такой, вообще наязычный, герой такой. Твой путь становления воином зоны уже начат. Да, все страшно позади. Нужно еще немного просветления. Нужно еще немного просветления. Просветление? Просветление, о чем ты? Скоро поймешь, брат. Скоро поймешь, брат. Алексей, включи светоч на полную мощность. А что там вообще? Голова. Голова. Моя голова. Пюкарна, давай. Брат мой, вставай. Настало наше время. Время показать неверным, что такое сила зоны. Ты знаешь свое предназначение? Я знаю свое предназначение. Я должен очистить зону. Очистить ее от мерзких неверных. Брат мой, теперь я вижу свет в тебе. Кажется, нас уже заметили неверные. Светоч потерял свой заряд. К сожалению, мы не сможем их просветить. Мы убьем их всех. Да, ты прав, брат мой. Это их кара. Вот они поговорились. Спустя сколько-то времени прошло. Я не знаю, когда финал будет. Я уже тут сделал все максимум, что можно было. Я уже прошел лабораторию, там, не знаю, походил по всем местам, где можно было просто. А что будет, если их перебить, а? Кто не знает? Хотя я пытаться даже не буду, наверное. Ну что ж, давайте убивать неверных, как они говорят. Убиваем неверных. Убиваем неверных. Убили неверных. Все что ли? Питом подлечился, я вижу. А идут пацаны, вы что? Идут, 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 они идут. Я буду сейчас РПГ, у меня РПГ есть. Ага, убил всех, красава просто. Так, а ты долгался, ебаный, да? А, смотрите, какой они дали там сидят, смотрите на это даль. Так, сосал! Ага. Ага, ага. Вижу вас всех. Нихера сколько там неверных. Я пошел. Ага, ага, вижу, вижу, вижу. Мне кажется, что мы наемник. Неверные пали, ибо с нами правда, ибо с нами воля зоны. Ермак, дитя мое. Голос? Откуда этот голос? Он что, в моей голове? Подождите, подождите, в вашей голове, ну... Там пусть я сохранился, пошел. Ермак, брось их. Иди туда, куда я скажу. Зона, это ты? Ебать, монолитовцы со мной подружились. Вообще все охуенно даже. Вообще все охуенно. Просто топ. Подбираем патроны, разряживаем их и выбрасываем. Тоже выбрасываем, кстати, мне больше не нужен. Так, не знаю, откуда мне вот этот патрон делся, откуда. Граната М1, да. Чё? Карта, подождите, история, карта. Куда ты мне идти, блядь? На источник, это сейчас мертвый город приду, а чё? Ты вы чё, блядь, нахуели, что ли, блядь?
Вы что, ебанулись, что ли? Мне сейчас идти на мертвый город, да? Ну ладно, пойдемте на мертвый город. А мертвый город у нас есть, как локация такая. А нет, мертвого города даже здесь и нет. Я должен идти. Это финал, мне кажется. Я уже хабар, наверное, зря собираю. Но хотя, а сейчас бойня будет, мне так кажется. Мне винторез, наверное, не зря с собой взял. Не зря же он со мной, ну подумайте, не зря же я его с собой взял. СВД у меня с собой всех повалил, я кого мог. Вот я понимаю, просто быстрое прохождение тени черного ермака. Просто на изичный. Так, патроны собираем и валим отсюда. Собираем все патроны максимум просто. Так, я думаю, что нам нужно использовать бинт. Бинтов у нас до хера. Это ставим. Пусть наш главный герой не мучается, просто бегом. Пусть наш главный герой бегает, ты хуя. Так, ну что ж, добегаем, короче, и смотрим на финал, наверное. Финал, наверное, уже начнем, наверное, уже в Припяти, да? Или где это у нас будет финал? Странный вообще конец, конечно. То в лабораториях побывали, то он в путепроводе в Припяти побывал. Чё за хуйня, блядь? Как он там мог побывать? Вы вот только себе представить не можете, как он там побывал? Вот как он там может побывать? Зачем ему туда идти? Вот главный герой у нас никогда не ест, зачем ему с собой еды таскать-то? Тут еще блять, сука. Ёб твою мать, а. Ёб твою мать, а. Ёб твою мать, а, сука. Вот, сука, а. Скотина просто, а. Все ясно с тобой просто. Просто черт, который с нами воевать не умеет. Просто чародей, нах. Это я понимаю, черт просто. Так, тут у нас труп лежит, надо труп обыскать. Труп обыскали. Патроны, оружие говно. Оружие говно. У нас получше. У нас покруче, у нас ствол топовый просто. Откуда у нас тут чисто небовцы делают? Очень странно. Наверное, попытался попасть на этот... Как там? Он пытался попасть, наверное, на радар. Убей их получил, всех. Получил, тварь. Ха, нихера, он уже убил. Он уже готов их валить, смотрите. Где? Словил. Убей их всех. Конечно же, я наемник. Сейчас убью-ка всех их. На меня, кстати, кабан сейчас будет нападать, да? На тебя маслину. Че вы, че, где все черки? Вы чё такие быстрые хилые вообще? Блядь. Нахуй, блядь. Всё ясно. Ёбаный брод, а тут радиация нах. Вы чё, ебанули что ли? Откуда тут радиация такая сильная ебашит меня? Чё так радиация так ебашит меня? Ну вы чё, сука? Ну вы чё, не вот антирады когда-то, когда-либо пригодились мне, представляете? Антирады просто сейчас только пригодились. Я их вообще за всю прохождение игры только сейчас поиспользовал. Вот это я понимаю просто. Чё тут у нас бинтик, аптечка, да, энергетик. Тут у нас еще и долговец, да, или это сталкер? Это сталкер, ну. Ты где? Оба, ты где, сука, нихуя ты? Неожиданно так-то, блядь. Чё, ты пропал, что ли? Ну ладно, всё с тобой ясно, да. Ну где ты? Ну ты чё, блядь, ну ты где, пёс? Ты где, ёб твою мать, а? Ну чё ты прячешься-то от меня? Я просто хочу с тобой поговорить. Мне нравится твоя исполнительность, но это только начало. Кто ты? Я хозяйка всего, что ты видишь вокруг. А теперь иди и убей их. Убить по приказу хозяйки. Ты охуел, что ли? Ты сейчас будешь служить какую-то хозяйку, которая тебе скажет, иди убей кого-то. Ты... мразь, блядь, долбоёб, пищица. Ты вообще зря ты её слушаешь. Она вообще... Мой ифен просрон. Ты мой ифен. Вы чё, блядь? Вы чё? В смысле, я ифен кому-то выложил? Серьезно, я кому-то ифен выложил, серьезно. Вот сейчас вы серьезно скажете, да? Вот сейчас вы просто не шутите, да вы. Блять, сука, иди нахуй, аномалия. Вот я ненавижу такие точки аномалии здесь, которые, блядь, просто
убивают наше все здоровье. Это, блин, я думаю, что у нас скоро финал-то будет. А это, оказывается, у нас еще и продолжение просто идет. Это у нас даже не конец игры, вы представляете? Это еще знаете, сколько тут страдать-то? Вот я ему и файн оставил. Давайте этой пушкой попользуемся. Мы этой пушкой уже попользовались. Давайте теперь этой пушкой насладимся. Все, это мне пустовало. Все, отстань от меня. Блин, у нас патроны кончаются. Вот что самое печальное. Но зато у нас винтарь с собой есть. Самое веселое. Ведь самое печальное, самое веселое. Сохраняемся опять. Тем же темпами сохранения, которые у нас работают. Так, тут кровосос, очевидно, сейчас будет, да? Кровососа здесь живут, да, или где? Хотя, кто его знает? Блядь, ладно, сейчас нам главное эту трупу обыскать. Кстати, я заметил, что MBN тут на всех картах один и тот же играет. Бульдог мне дали. Он заряжен хотя. О, все ясно. Он заряжен, представляете? Кто-то понимает о них. Это не такой, как где заряжен ствол. Блять! А тут, кстати, еще один таник. Он обыскивается? Конечно, обыскивается. Аптечку нам дал. Аптечку как раз на то, чтобы вылечиться. Сейчас бинтов не хватает, серьезно, что ли? А вот теперь хватило. Аптечка вообще какая-то нищебродная была. Так, главное сейчас тут не подохнуть, этих мразей. Где тут еще у меня? Она просто заставляет меня очищать все локации. Я, блядь, у меня деньги с собой. Все есть с собой. Чего тебе еще-то надо? Че за хуйню ты вытворяешь-то, ёпаный брат? Я там всех убил же, но я здесь был, там нет никого. Ну ты что туда идешь-то, ну? Я ж там всех убивал. Я ж там был. Ну тут появились сталкеры, ну что еще с ними сделать? Ну, всадил две пули, и он не умер. Класс. Ага, стреляй. Вот же урод. Учурок, а. Согласен с тобой, урод еще тот. Блять, ты заебалась стекать у меня кровотечение. Используют уже этот колобочек по назначению просто. Так, их тут трое. Ё-моё. Где ты? Откуда ты лупишь? Главный герой наш. Главный герой наш лупит от всех сил. И пытается их всех убить. Даже главный герой доходит. Где ты шумишь? Я не слышу твоего. А? Тебя? Ага. Ты охуели, вот псы, он не умирает, нахуй, вы представляете? Тварюга. Да все ясно. Ну ладно, все это, короче, досмеялись вы все. Соси свинец. Сука, охуенно просто. Я, блядь, не знаю, что здесь с теми делать. Блядь, пока ты дойдешь до них, пока ты там справишься с ними, со всеми. Не странно, где они все находятся. Вот что, блядь, тут самое странное у них. Блин, ну просто просто мастера в прятки, блин, вообще, капец. Все ясно. Блин, что за баланс в этой игре, блядь? Броня, да ни одной брони не попалось нам новой, вообще, вы представляете? Ни одной новой брони нам не попалось. Сохраняемся там где-то, наверное, вблизи сохранимся там. Если что. Блять, они вообще охуели, мрази. Чё за хуйня, почему они так быстро нас убивают? Оба. Все, спрятался, идеально. Идеальное место. Ага, вижу. Блять, сука, заебали нахуй. Через текстуры мне лупить, да вы охуели просто. Вы просто псы. Сука, да ты охуел, ты подохнешь, нет?
Бля, да охуеть просто, нахуй, вот чё за херня, чё за бессмертные-то сталкеры эти? Что, нравится? Ещё хочешь? Да, давайте каждого после смерти долго все сохранятся, вот. Это просто пипец просто, ты тут с ними играть будешь просто фигу тучи времени просто. Получил, перс. Ага. Где еще? Ну, тварюга. Тварюга, блядь. Точно тварюга, нахуй. Охуеть просто, пока ты убьешь их тут сильно. Сейчас это очевидно за мной побежит, да? Ну, я ж сказал, что он там будет, ну где-то, я ж сказал. Вот это я понимаю, просто финал. Я думал, сейчас он возьмет деньги, бабки, да избежит. Нах, я думал, что он такой, знаете, типа, не понтовый, типа, не умрет ни от кого. Ага, я пришел, допустим. Теперь ясно, с чего они тут стреляли, нах. Не знаю, я умру, наверное, да, пока его как... Опа, перевес у нас, кстати. РПГ нам, наверное, уже больше не нужна, да? Не. Так, давайте. Тут еще, кстати, тут проверил, да, проверил, конечно. Ты откуда стреляешь, пес? Ты, сука, ты охуеть, блядь, мразь, а? Охуеть, мразь. Пес. Блядь, пес, а? Действительно, пес. Ладно, ладно, переключимся тогда. Ладно, все, тогда включимся в мастера и убить его. Ермак, ты доказал свою наконец-то, верность. Блядь. Ты знаешь свое предназначение? Нет, не знаю, блядь, иди нахуй, я шлюха. Должен уничтожить всех неверных на твоих землях. Это повреждение намного лучше, конечно. Но я думаю, что вот этот ствол лучше оставить себе. Я ничего не помню. Давайте вот это возьму, повреждение намного больше, блядь. Ты мой воин. Это все, что тебе нужно знать. Ты не помнишь свое прошлое, потому что оно теперь не имеет смысла. Ты долго блуждал в поисках своего предназначения, и ты его нашел. А теперь иди, иди дальше. Путь только начинается. Иди, ну и задание иди. И че, серьезно, что ли? Ладно, 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 пойду так пойду, ладно, 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 пойду так пойду. Пойду куда захочешь, ладно. Ладно, ладно, пойду, 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 идти, идти. Иду, допустим, да блюдо. Что за хуйня творится, нахуй? Куда мы идем? Куда? Зачем мы идем? Ну, допустим, я пошел, ну. Я не помню, кем я был раньше. Я ничего не помню. В голове всплывают образы. Почему же я все забыл? Зона говорит, что это все не важно. Что я воин зоны. Что я должен убить всех неверных. Но правда ли все это? Я так хочу найти ответы. И я их найду. Боже, капец нахуй, оба. Финал вообще какой-то ничемный. То он там побывал, то здесь побывал. Но ясное дело, то что он зону хочет остановить, значит с ним связывается сам кто-то неизвестный. И это у нас назначается пути неисправимым. Вот чем смысл этой модификации. Ну, мод такой себе, если честно. Я ожидал намного больше, что-то тут стоящий будет. Диалоги будут у нас тут разговаривать, может будет с кем-то. Ни одного персонажа NPC, который с нами кто-то мог торговаться. Вот самый главный минус этой модификации, самое печальное. Я тут думал, сейчас мы тут будем торговаться, находить годные артефакты, бармен будет там четкий, а там оказались какие-то фальшивые сталкера. Ну вот и все, конец модификации, да? Ёкарный бабай. Ну все, значит, заканчиваем с этим модом.
Не знаю, мод мне так себе понравился, если честно. Просто одна беготня, одна стрельба, просто главный герой говорит, говорит, а мы даже не, вот если заметить, мы ни разу не, скла, не нажимали на F, чтобы поговорить с каким-то NPC. А в оригинальных часах так можно было. Это самый большой главный минус, по-моему, в этом модификации. Потому что помимо сюжета он еще где-то не может развиваться, кому-то квесты помогать. Ну и понятное дело, что он походил, свой сундук искал, свои сокровища, то есть деньги, блин, ну, мог бы тоже там что-нибудь сделать такое различное. Ну, ясное дело, может, модификация недавно сделана. Так что, можно сказать, что модификация такая себе. Ну ладно, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вступайте в группу ВК, будет в описании, там будет смешная мама поиграем, а также арты поиграем. Также подписывайтесь на мой ТикТок, там будут смешные видосы поиграем. Также смешные видосы от других блогеров, Ну ладно, всем удачи и всем пока. И не болейте коронавирусом, а мы будем играть уже в следующие моды.